Привет, с вами я, Супер Мюстов, и я сегодня сделаю вторую часть моих мифов. Только я расскажу поподробнее, даже про тех, которые я еще до этого рассказал. Расскажу про новых и даже страшнее. Расскажу, как их заспавнить, то есть что вам надо пробовать, потому что это мой собственный. И расскажу... Может, не надо заспавнивать, может, что все равно, зачем вам нужно. Но я вам расскажу историю него и вот этот звук я просто с компьютера пошел, если что. И давайте уже начинать. Первый тут, который я уже, как понимаешь, дайте ту. Но это вот тот четырехрукий. Только это идет третья стадия. Здесь первая стадия, а я вторая стадия, этот и третья. Идет история вот этого мифа. Это один игрок когда-то играл на карте Тау 3F. И заметил какую-то странную сущность, длинноногие. Эту длинноногие сущность смотрела на нему, выглядела, как будто он смотрел только в нему в душу. Но как он отходил, он видел, а то он просто смотрел в одну сторону. Но как только он пришел, его телепортировал. Он умер, только не в Чикенгане. И потом он начал убил. У него была вторая стадия. И, ну, вторая стадия... Он убил с лазерной винтовки. Ну, эту стадию он не убил. У него залагало эту на Таун 4. Я еще расскажу, это некоторые мифы из другого канала, которое имя Уламоли. Если что, на него подписывайтесь тоже. И давайте пойдем на следующий. Поврежденный глаз. Это у меня есть брат, это кокосоглазый. Вот эти два мифа, это из канала Оля Моли. Только я для их имя придумал и их историю. История это вообще-то мирная сущность, у неё нет истории. Это был миф, который брат, то, который я сейчас вам покажу. Косоглазый — это достаточно страшный миф. Только он безопасный. И там нет опасности в нем. И давайте на другую. Длинноногий чикен. Тоже из канала Оля Моля. Вы могли тоже подписываться, если вы хотите. И у него, кстати, больше подписчиков, чем у меня, но мне все равно. И второе этого. Это игрок играл на карте Форт. Вот там он спокойно играл. И построил. Этот человек любил крипипасту, поэтому он поставил крест и свечки. Это реально был миф. И этот пришел. И он последовал за мной, пока он его не догнал и выкинул игры. Есть шанс, этот ваш аккаунт будет удален. И у вас не будет шанса. Если что, я вам уже говорил.
это эти мифы неправда. Это мои собственные, помните. Вот это чикен-паук. Обитает на карте Фортс, и о нем очень мало информации. И то, что вам хочу рассказать, это то, что я пытался сделать видео с ним, но у меня не получилось. И давайте у нас другой. У красноглазого кота есть брат. Это еще он брат, не чикена. Но есть еще красноглазый чикен. Ну, о нем он как не чикен, только он опасней. Это паук-медведь. Это я уже, может, не показывал, но не столько это игрок играл на карте. И поставил медведя и поставил пауков. И почему-то у него залагало и выкинуло. А когда он зашел назад на сервер, который почему-то был сохранен, он увидел это, которое у него выкинуло и удалило все него сохранения. Это были все мифы на сегодня. Если хотите третью часть, подписывайтесь, ставите лайк. Поставьте колокольчик, поставьте лайк и посмотрите все мои видео, и лайкните все мои видео. И если что, всем пока.